Обзор французских продуктов. Утро. Суббота. Вот. Йогурт. Ага, он 0%. Я даже не видел. С лимоном. Это сметана 30%. Крем-фреш. Ну, сметана. Помидоры. Симпатичные. Евро. Какой-то натуральный йогурт, которого всегда мало. И видео и вода. Вода. Не вижу pH. Ну, по-моему, был нормальный какой-то. А, 7,7. Ну да, вот. Такие продукты открываем. Открою сметану. Посмотрим, что она из себя представляет. Французские продукты. Интересно. Пахнет сметаной. Она, правда, постояла без холодильника. Ну, вроде ничего так. Так, йогурт, которого все время мало. Такой вот йогурт. Он прям густой. Продукты все постояли без холодильника, поэтому надеюсь, не испортились. Вроде нет. Так, и лимонный йогурт. И лимонный йогурт. Так себе. Как будто там добавили какой-то лимонной эссенции. Мне кажется, у нас вкуснее. Так, ну воду я пробовать традиционно не буду. Помодоро. Помодоро. Надо открыть, попробовать помодоро. Настоящие французские томаты. Сколько там грамм? 250 грамм за евро. Ну, по-моему, неплохая цена. Так, вот. Вот такой вот красивый помидор. Помидор вкусный. Немножко жесткий, но вкусный. Вот такой обзор продуктов. Было интересно. Вот в окно видно. Эйфелева башня торчит. Это как доказательство, что французские продукты пробовали. Конец связи и до новых встреч.